предлагаю вашему вниманию мастер-класс, по которому вы сможете вместе со мной сделать такого забавного медвежонка. Это очень подробный видеомастер-класс, который я вышлю на ваш электронный адрес. Видеоролики в формате MP4. Ведь не зря вот уже более 100 лет эти медвежата покоряют сердца людей. Я расскажу вам, какие материалы нужно использовать, чтобы ваш медвежонок был не просто любительским и радовал вас и ваших друзей и знакомых, но и представлял интерес для коллекционеров. Такие мишки называются профессиональными. Шаг за шагом вместе со мной вы сделаете своего первого медвежонка и полюбите эти чудесные существа на всю свою жизнь. Ведь мишка, сделанный своими руками, несравним по ощущению нежности даже с самыми дорогими медвежатами, купленными в магазине. А ваши дети смогут потом передавать их как реликвию и талисман из поколения в поколение. Но есть секрет. Это будет не просто мишка Тедди. Я научу вас, как можно делать мордочку медвежонка совершенно очаровательной. Я научу вас основам сухого валяния. Спорный вопрос, настоящий ли это мишка Тедди или нет. Не сомневайтесь, настоящий. Он выполнил по всем правилам, по которым делают профессиональных мишек Тедди. Это, во-первых, крепление, дискошпринтовые. Материал, из которого сделан мишка, это специальный материал, который изготавливают именно для профессиональных мишек Тедди. Он называется махер. Расскажу, чем набивать. Вышлю выкройку этого медвежонка. Все вопросы задавайте, присылайте мне письма на мой электронный адрес. Отвечу на все ваши вопросы. До встречи. Татьяна Полевщикова.